Всем привет! Продолжаем снимать эксперименты взрывчатка против каких-либо вещей. Судя по комментариям и лайкам, вам эта тематика заходит. Поэтому сегодня, как и обещали, будем делать вторую часть этого эксперимента. Плюс нам один из подписчиков написал, вот здесь он будет, написал комментарий попробовать взорвать ведро. Снимаем, посмотрим, что из этого выйдет. Поехали! А на сегодня у нас вот такие вот боеприпасы. Есть маленький калибр, побольше. Мощный, вот какая-то прикольная штучка, кирдык. Она должна вообще, наверное, шедеврально как-то разнести. Друзья, первый предмет эксперимента у нас будет вот такая вот бутылочка из-под пива разливного. Она очень плотная, там газа очень много в ней. Очень опасная штука. Мы вот так вот к ней примотали бомбочку, чтобы успеть убежать на достаточно большое расстояние, потому что неизвестно, как она бахнет. И не повторяйте этого дома, на улице, вообще нигде. Все действия выполнены профессионалами со всеми техниками безопасности. Это очень опасно. Не повторяйте. Бутылка наша оказалась слишком стойкой. Вот этот дум-бум ее не берет. Поэтому переходим к более мощной артиллерии. Кирдык 2000. Сейчас мы испытаем ее на прочность. Ребята, ну это была вообще прям мощная штука. Смотрите, она что сделала с нашей доской. Она просто дыру выбила в ней. И бутылка разлетелась вообще на просто молекулы. Вот это мощный кирдык, конечно. Сейчас мы соорудили такую башенку из стаканчиков. Возьмем наш старый добрый дум-бум. Посмотрим, насколько этот дом из стаканчиков прочный. Пробуем. Такую кашу-малу сложился наш карточный домик, и он оказался совсем непрочным, как мы рассчитывали. Вы прекрасно видели, что сделал кирдык с бутылкой, поэтому для рулона сухих полотенец мы решили тоже использовать именно его. Друзья, ну это вообще это, прям... Это было очень красиво. Все как будто в серпантине снегу стало. Это прям максимально, конечно. У нас появилась вторая дырка в нашем арголите. Еще до сих пор дымится. Конечно, кирдык вообще мощнейшая штука. Лапшич, который сейчас разлетится, и птички сидят потом. У нас маленькая некрасивая. Уклонить. Лапшичный домик или домик из лапши. Приправкой посыпем, чтобы лучше горело. Кушать подано. Садитесь. Лапшичка немножко изготовилась. Сейчас мы готовим плацдарм для нашего последнего предмета на сегодня. И напоследок исполняем мечту или просьбу в комментариях, который написал один из наших подписчиков, выкопать небольшую ямку, положить туда нашу малышку К-12, накрыть ведром, посмотреть, что из этого получится. Все выполнено профессионалами, со всеми мерами предосторожности. Поэтому не повторяйте, а лучше смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем удачи! Накрываем ведром нашу яму. Туда размещаем нашу К-12, ну и будем поджигать. Yeah.
красиво. Этот эксперимент мы провели специально для вас, по вашей просьбе. Если вам понравилось, то пишите комментарии, ставьте лайки, смотрите, репостите, потому что это просто невероятные ощущения. Взрывы, конечно, колоссальные. Очень круто. И всем пока! А зачем ты мне моё отдал? Всем пока! Take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot.